Кириш, Кемер, ноябрь месяц. Вот подошел к концу наш отдых в Турции. И хочу немножко поделиться своими впечатлениями об нем. А конкретно об отеле Ака. Ну что сказать, Ака уже не та. Мы постоянные клиенты отеля, но, увы, разочаровывает. И сильно разочаровывает. В номере были стук. Что такое? Тараканы. Будем чистить от тараканов ваш номер. Вы про что? У меня вещи разложены. У меня все. А вы тараканы. Мы тут живем, извините. Почему вы не чистите номер тогда, когда людей в отеле нету? Почему именно надо прийти и чистить тогда, когда мы тут живем? Едем вперед чистить. Ну, короче, мы отказались. Но я видела, что многих они чистили. Ну, странно как-то. Я такого не понимаю. Уборка в номере. Отвратительная. Я не знаю, как так можно убирать, но полы не моются, вот, как мы привыкли. Мочится там тряпка или что-то, насадка какая-то на швабру. И пол моется. Нет, тут просто пырскают они водой, какой-то жидкостью. И вот этой вот штучкой протирают пол. Ну, кошмар, просто кошмар. Дальше. Полотенце. Полотенце давно пора выбросить. Ну, это не цвет полотенец, когда они серые, уже выстираны до того, что дальше некуда. Халаты. Халаты в номере. Это тоже особая история. Они порванные, они грязные, они старые. Обслуживание в ресторане. В главном ресторане. Это отвратительно просто обслуживание. Как сказать, ну то есть, если ты дашь денежку, то перед тобой просто кланяться будут. Припекут, уберут, все сделают. Если такого нет, то извините, заказываешь что-то, и только тогда тебе уже, ты почти собрался уходить, приходят и приносят что-то. Спиртное или чай, или еще что-то. Еще говорят, ой, извините. Ну, то есть, это, извините, уже как-то легче, осадочек остается. Посуда долго не убирается. Да, за денежку быстренько уберут. Но если не дашь, нет, ничего не будет. Ну, извините, персонал постоянно разный, постоянно меняется. И уже кому-то давал, уже того не будет на следующий день, уже другие. Да и не всегда место есть, где ты постоянно сидишь. Дальше. Обслуживание в ресторане. Вот то, что вот сейчас ходит, и ты сам не можешь взять, это большой напряг идет. Самое простое. Самое простое. Это я прошу, например, халву. Говорю, два кусочка. Она мне дает один. Делает вид, что не понимает. Я показываю пальцами два. Ладно, она что делает? Она собирает вот эти все ошлепки, остатки, а не целый кусок. И пытается мне его дать. Извините, зачем мне это? Я говорю, дай нормально. С недовольным видом она мне там что-то шпуляет. Но это тоже ненормально. Девочка брала гранат, уже очищенный гранат, зернышки. Что вы думаете? Каким-то чудесным образом туда попадает кусок рыбы, кусок мяса в гранат. Ну, естественно, это ненормально. Дальше. Дети. Я не знаю. Вроде турки очень любят детей. И они в первую очередь к ним добродушно относятся и обслуживают. Но дети могут стоять очень долго. К ним даже не подойдут, чтобы что-то дать. Это главный ресторан. Да, постельная. Постельная тоже особый разговор. У нас кровать двухспальная. Но одеяло, такое впечатление, что на одного человека рассчитано. То есть мы худенькие сами по себе, маленькие. То есть нам как бы с натяжкой хватает. Но если это чуть больше размером люди, как они вообще укрываются этим одним одеялом на двоих? Вот это ненормально, конечно.
Это минусы. Ну, пока все. Плюсы. Во-первых, хочу большое спасибо сказать рецепции. Рецепция работает просто на высшем уровне. Все твои желания, пожелания исполняют мгновенно. И не надо ничего для этого. Они просто делают свою замечательную работу. Спасибо им большое и низкий поклон. Обслуживание на пляже. Прекрасно тоже все. То есть снэк-бар. Это ребята работают просто на ура. Девочки, мальчики, большое вам спасибо. Никаких претензий к вам вообще нет. Мы уже даже перестали ходить в главный ресторан, а именно к ним ходили и кушали, потому что всегда и улыбнутся, и обслужат, и без проблем все сделают. Погода. Погода была разная. Сразу скажу, что если плохая погода на улице, особо нечем в отеле заняться. Ну, честно скажу. Или в лобби будете сидеть, или в номере. Вот так вот. Что еще? Ну, а так все остальное вроде. Ну, Ака уже не та. Я не знаю, может, это из-за кофе связано, может, еще что-то. Потому что даже в ресторане еда одна и та же. Уже на третий день уже просто не знали, что кушать, что выбрать на обед, на ужин. Там уже просто перестали ходить. Потому что одно и то же, и выбор небольшой. Поэтому не знаю. Уже сейчас почитала комментарии от людей, которые вернулись с Аки. Очень много недовольных. Очень. Те, кто в первый раз, как говорится, на все нормально. Все, как говорится, в порядке. Но кто приезжал в Аку, знает ее другой. Когда был большой выбор блюд, когда это все делалось с душой. Это, конечно, не то уже. Уже не то. Ну так вот, небольшие мои отзывы, небольшой мой отзыв об отеле. А вот дополнительно еще выставлю видео об номере, об уборке, об постельном, об халатах. Всего вам самого доброго. Выбирайте отель, выбирайте. Не знаю, можно много отелей перепробовать, и все равно даже по отзывам не всегда попадешь туда, куда хочешь. Всего вам самого доброго. Пока.